Я не понимаю, как человек может находиться и там, и тут. Профессор рассредоточился. I open up only when it is storming at the sea. I do not understand how a person can be here and there. The location of Professor is scattered. Но как мы можем знать, произошло ли что-нибудь? Ведь если что-то произойдет, то это для нас все равно будет казаться неизменной реальностью. No. Each laboratory is overloaded with work. Professor only had two hands for managing everything. So he is simply, coherently superpositioned. А что, если профессор давным-давно умер? Невозможно ответить на ваш вопрос, сэр, так как вероятность смерти профессора точно равна вероятности его жизни и находится вне времени. This one. This is Thingy. One of the early experiments of the professor. Давайте мы его материализуем прямо здесь, а? Leave the club immediately, Mr. Tolkien. У вас должны быть веские аргументы, профессор. Человечество находится под угрозой неизвестно чего и от неизвестно кого. We are delivery service. We deliver all that is needed and whenever it is needed.